восхищаемся теми, кого можно назвать по-настоящему стильным. Кто-то удивляется, как им это удается, а большинство предполагает, что быть стильным – это врожденный талант. В действительности стиль – это усвоенный навык одеваться со вкусом. Искусству выглядеть стильно можно научиться, отточить его, довести до совершенства. Например, как это сделали голливудские знаменитости. Не сомневаемся, трудов это стоило немалых. Я думаю, со мной многие сейчас согласятся. Эту звездную личность народ полюбил далеко не за ангельский голосок. Образ – вот секрет ее успеха. На днях социальные сети не покидали заголовки. Зачем ломать голову над костюмом на Хэллоуин, если можно просто взглянуть на эпатажную Леди Гагу и позаимствовать идеи у нее. Последний шокирующий визит Гаги в свет был на концерт Rolling Stones. Черные брюки, черная куртка и все бы ничего, но в качестве головного убора певица надела клетку. А пару месяцев назад дива красовалась в Париже в уникальном безразмерном клеенчатом платье сине-розового цвета. В результате массовое обсуждение, первая полоса в глянце и вот он успех. А ведь в домашних условиях, без папарацци и лишних глаз, Гага просто милейшее создание. Кто сегодня не знает странную и немного страшную девушку, называющую себя светской львицей и обладающую целым букетом отвратительных качеств? Вы? Тогда знакомьтесь. Света Яковлева. Что еще известно из ее биографии? Да почти ничего, кроме того, что она сама рассказывает о себе. А говорит Света очень много, быстро, сумбурно и всякую ерунду. Я и моя подруга, мы уже прям буквально через час вылетаем в самолет, потому что реально уже скоро будет вечеринка. Уже утром на Ибице мы будем зажигать, понимаете? Самая крутая, понимаете, публика на Ибице, там Дэвид Гетта, Пол Ван Дайк и другие звезды, Бэтчер Битнес, а там даже Бейонсе бывает. Ну а если верить ее интервью, то все российские дизайнеры ее лучшие друзья. Вся дешевая бижутерия, которая в неимоверных количествах болтается на шее и руках девушки, исключительно эксклюзивные изделия от именитых домов моды. Также пылает нереальной любовью к гаджетам и неслыханной щедростью. Один только подарок поклоннику, чего стоит настоящий Бентли. Вопрос только в том, а знает ли Света, сколько стоит это авто? Жуткий макияж, вызывающее поведение, нелепые наряды, нечленораздельная речь и абсолютная наглость. До Леди Гаги как до луны, а успех уже в кармане. Мы самые крутые, самые популярные, самые лучшие и самые офигенные. Только мы умеем делать шоу-бизнес таким, как он есть на самом деле. Потому что мы знаем все секреты шоу-бизнеса. Мы с самого рождения, у нас самые крутые семьи, самые крутые родители на самом деле. Поэтому мы, в принципе, обожаем все это. И мы не можем ни дня без вечеринки, потому что нам просто некуда девать свои деньги, вы понимаете? Итак, подведем итоги. Стиль и успех, как вы уже поняли, вещи неразделимые. Только нужно для начала осознанно и серьезно подойти к этому моменту, чтобы не быть посмешищем в интернете, купаясь в лучах славы. Подобрать себе образ и имидж в наше время труда не составит. Главное, не потерять в нем себя. Анастасия Фефелова, специально для программы «Кто там?».